ночь на понедельник турецкая армия приступила к масштабной военной операции под названием «Коготь-замок» против позиций курдов на севере Ирака. Об этом сообщило Министерство обороны республики. В наступлении принимают участие военно-воздушные силы страны, а также спецназ. Обстрелам подверглись районы Метина, Заб и Авашин-Басьян, где, по данным турецкого военного ведомства, были поражены укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабы, принадлежащие рабочей партии Курдистана, которую Анкара и ряд западных столиц объявили вне закона. «Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической напасти, преследующей нашу страну вот уже 40 лет. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист». По данным франкоязычной ливанской газеты «Ларьян Лежур», за два дня до объявления новой воздушной и наземной операции в Турции с визитом был премьер-министр иракского Курдистана Масрур Барзани. Официальный Багдад неоднократно критиковал Турцию за проведение приграничных военных операций, называя их нарушением территориальной целостности страны.